же Казахстане? Чемпионат проехал. На велике. Вас тоже один. Можно пройти? Валюта, сумбарма. Ну, боковой дорогой, ветер ждет, все органы. Сарагаш, сарагаш. Давай прямо идем. Да. Сарагаш, шикадом, сарагаш. Лингер, лингер. Салам алейкум. Встречаем здесь? Здравствуйте, Рим, что без? А, полита, где-то. Где-то. Театрыз мы? Абдулла Параги? Куда холеса? Фуанус. Коля как? Не встал? Нет. Наоборот, да? Скучно. Ждем. Трасса Жібек-жол. Впереди Коля. Шымкентский? Да вы? Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Вы шымкентский? Я Узбекистан. А, 28, да? Да. Поздравляем. Да, спасибо, дорогой. Это спасибо. Ваша? Вот, подарок. Во. Кто подарил вам? Россия, Азербайджан. Карбон, да? Отлично. Давайте, друзья, вот так пойдем. Тогда нам надо вот сюда. Вот дорога туда. Там развернем. Да, да, пойдемте. Все гаишники идут. Давайте. Это они потом пусть. Все. Дрон какие ты за? Во, молодцы. Поехали. Все, едем. Давай. Едем. Вот едут. Молодцы! Осторожно! Все! С Казахстана ребята едут! Здрасте! О, как, ребят, друзья? Хорошо. Молодцы, не вы устали? Куда едете? Мы, да, вас проводим до конечного пункта. Да, вы не устали. Вот самое главное. Плохо, что не в Ташкент. А в Ташкент едете, да? Не, мы же с Ташкента вообще. Не, сейчас бывает, поедете в Ташкент? Да, обратно едем. А, все, мы тут, там просто тоже часть поедет в Ташкент. Ташкент? Да, да, человек. А, сказали, никто не пройдет, пройдет. Да. Будем думать, смотреть. А, ну, давайте посмотрите вот здесь. Есть, сказали. 30 человек, собираемся. А, есть уже, да?
Пройдем, посидим вот здесь, посмотрим, как будет. Граница без проблем. Граница без проблем. Вы сами из Ташкента? Да. Классный велопробег. Жаль, что не до... Да, не до Ташкента. Так хотелось, мы сейчас далеко приехали. Вы тоже катаетесь? Да, я дальнобойщик. Я Памир, Иссык-Кон, Киргизия. Вот так. Я такой любитель. Ну, вы хорошо едете. У вас ноги видно, мощно, много катаетесь. Ну, у вас не хуже. Вот он мне за мной, вот чемпион. Кольняга. Чемпион чего? Чемпион Азии, по-моему, да? Чемпион Казахстана, группы мастер. О, молодцы! В 17-м году. Ага. А мы так, я... Тоже любитель, что ли? Да. А я думал, вы спортсмены. Я любитель. Но... Самое главное, доехал, это самое главное, самое важное. Мы в 17-м году туда ехали, Чимкент. Да, когда только зародился вот этот веломарафон. Мы ехали с Ташкента до Чимкента. А с казахской стороны они сперва этот приехали в Ташкент, а на следующий день это обратно. Вот мы ехали обратно. А я Ну вот этот велопробег, он ежегодный. Справа будет автостоянка большая. С правой стороны. Вот направо отсюда. Ва! Осторожно, Коля! Осы қарым-қатынастарды дамытуға және нығайтуға бағытталған тынды және де марапаттау шарасына қош келдіңіздер. Шымкент қаласы бишілер шеруі міне өздеріңіз куәсі болған саялы етім маңында аяқталып отыр. Алдарыңызда қазақ-өзбек ынтымақтастығын насихаттай отырып 120 шақырымды жүріп өткен велошерушілеріміз келіп отыр. Бүгінгі жарысқа қатысушыларға ақ ниеттерін білдіру үшін және қорытындылау үшін Қазақстан Республикасының велосипед спорты федерациясының мүшесі Мамыров Бақтияр мырзаны шақырамыз. Мына бүгінгі Шымкент Ташкент тас жолында велошеру өтті. Друзья, всем привет. Спасибо, что приняли участие. Большое спасибо.
Баршаңызға үлкен рахмет. Бүгінгі велошеруге келіп қатысқаныңыз үшін. Біз жылда өткіземіз бұл велошеруді. Алғашқы рет 2018 жыл басталған, 2019-да өткізілген. Карантин кезінде біраз тоқтаттық. Хочу поблагодарить Раймбека за организацию велопробега. Давайте сойдем. А, вот заняты здесь. Давайте идем сюда. Старт, давай. Я надеюсь, что будет встречаться. Всем вам приятно. Вау, Даша, ты в тюрьму? Хайер, поуракам с кем? Вау, поуракам, поуракам. Валикум ассалам, хандисис. Братан, салам изба? Хабиби. О, молодец. Второй появился у нас. Давайте, давай, дорогой. Вместе споем. Если у него нет телефона, сейчас найдем. Дорогие друзья, этот веломарафон посвящается, чтобы был мир над землей, дружба. Молодец. Правильно, дружба. Конечно. Между народами, так между есть. Странами, соседами.